Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Внимание, внимание! Бьются рекорды продаж платья, которые сегодня выбираю для себя и я. Сегодня действует максимальная выгода для вас. Успейте и воспользоваться. И приобретайте на лето чудесное платье. По тактильным ощущениям, практически не ощущая его на себе, вот это платье, сейчас будем выяснять, почему. И Света мне сказала перед эфиром, что я еще и постройнела. Действительно, выбирая на лето платье, мы ориентируемся не только на модные тренды, которые увидим в коллекции бренда La Ricci. Здесь мы ориентируемся прежде всего на тактильный комфорт. Сразу хочу заметить, что вискозное полотно, посмотрите, как струится эта ткань. Легкое дуновение летнего ветерка, и ваше тело ласкает шелковистая вискоза, которую по сходству с хлопком можно действительно назвать одним из самых комфортных материалов. И у нас три цвета. Три цвета на выбор, причем цвета такие нежненькие, хорошенькие. У нас, смотрите, серый, за синим исполнением, да, то есть получается такой припыленный. Да, на темно-синем фоне мы видим с вами серый цвет. Это для тех ули, кто любит классику, универсальные расцветки. Для тех женщин, кто любит оттенки розового, как правило, те, кто не любит пользоваться декоративной косметикой, но хотят, чтобы цвет лица был свежим, летне-весенним, это пудровый розовый цвет. В заказе называется брусника. Олечка Гридунова выбирает сегодня оттенки бирюзы. Твои зеленые глаза стали цветом морской волны. Друзья, сегодня действует максимальная выгода именно на это платье. Милина, помним, да, что на телеканале Шоп-н-Шоу целые кастинги проходят. Выбираются самые лучшие товары. На этот товар делается максимальная скидка. Сегодня ваша выгода составляет 700 рублей. Но, ты знаешь, сейчас вот платье невозможно за 1299 рублей купить, правда? Это отличная выгода. Да, мы обязательно поговорим о преимуществах этого волокна, о дизайне. Но самое главное, Оля, уже раздаются звонки с просьбой рассказать, как выбрать размер. Да. Екатерина Шестеркова носит сдвоенный размер. Верх у Кати 54, бедра 52. Платье Милина на нашей модели бирюзового оттенка 54-го. И при этом хочу заметить, что верх у Катюши богаче, чем бедра. Но руки, область бюста кажутся изящнее. Светлана Красицкая. Света выбирает готовый комплект. Это стильное платье с розово-пудровым оттенком и кардиган Ксилия, который появится сразу после презентации наряда. Розовые брусничные оттенки принта и розовый кардиган идеально сплелись в ансамбле. Евгения выбирает классику. Уже не тоже сдвоенный размер. Верх 52-54, а бедра 50. На Жене платье Милина 54-го. Ну, а я ориентировалась на свою грудь. Правильно. Замерила ее, поделила пополам. Все, как всегда, 52-й размер выбираю для себя я. Итак, цена только сегодня 1299 рублей. Если вы сейчас пойдете в магазины, вы поймете, что даже топик сейчас за такую стоимость не продается. У нас сегодня шикарное платье. Легкое по тактильным ощущениям и скрывающее мой животик. Ну и ваш тоже в будущем будет скрывать. Давайте сейчас поговорим о стройности. По-моему, я ее приобрела. Да, я хочу сказать, когда Оля встала перед камерой, я заметила, Оля, как ты постройнела. Ну, во-первых, это визуальный эффект стройности. Я хочу сказать, что сегодня даже не сидя на диете, женщины выбирают такие наряды, в которых будут выглядеть стройнее. Давайте посмотрим на секреты стройности. Во-первых, вискозное полотно. Ты знала, Оленька, что я не раз замечала о том, что именно вискозные ткани, благодаря своей плотности, эластичности и эффекту струящегося полотна, очень выгодно скрывают нюансы фигуры. Если у вас секреты в области талии, посмотрите, наши модели Екатерина Шестеркова и Евгения имеют прямоугольный тип фигуры. Но в этом наряде девочки выглядят изящными и стройными. Я хочу сейчас показать эту невероятной красоты драпировку, которая не прибавляет объема, а наоборот. За счет мягкой драпировки у нас складывается ощущение завышенной талии. А ведь это секрет длинных ножек. Посмотрите, мягкая драпировка, вертикальные складочки и линии, они вытягивают ваш силуэт. И потом, вы заметили, что область принта расположилась очень грамотно.
Если бы сейчас с нами сидели специалисты, которые чертят и расставляют правильные сантиметры, они бы сказали в один голос: это платье сконструировано на 100% правильно. Плечи, бедра, все здесь пропорционально. Вот, мне тоже очень нравится, что здесь мы прям такие стройненькие, ладненькие. Вот вспомни, Свет, бывает такое, что приходишь в магазин, видишь шикарное платье, заходишь в примерочную, надеваешь его на себя и понимаешь, что ты с этим платьем никогда не подружишься, потому что оно подчеркивает только изъяны. Все вот недостатки прямо на лицо. Мне очень нравится, что платье Мелина, оно наоборот скрывает все особенности и подчеркивает только достоинства. Причем платье на наши ткани, на наше платье ушло достаточно. И такое платье в магазине может стоить 1003. Вот так. Давай сейчас вот сравним цены. На самом деле, ты правильно затронул эту тему. Смотрите, еще вчера цена была 1999 рублей. Сегодня мы перечеркиваем эту стоимость и приобретаем платье Мелина всего лишь до 1299 рублей. То есть сегодняшняя ваша выгода 700 рублей. Успейте и воспользоваться прямо сейчас. Я хочу показать вам сложную технику окрашивания. Невероятной красоты стиль амбре. Посмотрите, от темно-синего мы плавно спускаемся к белоснежному принту. И это еще не все. Вискозное полотно окрашивается на специальной текстильных фабриках. И здесь мы видим с вами штампованные принты. Мне очень нравится, что сегодня для окрашивания ткани используются экологически чистые краски, которые не вызывают аллергии. Именно вискозное полотно, относясь к тканям натурального происхождения, является прекрасной защитой от жары. Представьте, изнуряющий июль. Даже в июне уже в Сочи, Краснодарский край, женщины изнывают от жары. В чем пойти на работу? В платье Мелина. Вот Мелина! Мелина для тех, кто предпочитает комфорт, для тех, кто выбирает свою новую стройную фигуру. И все это сегодня и только сегодня по самой выгодной цене. 1299 рублей. Успейте дозвониться. Партия ограничена, но у нас пока еще все размеры и все цвета в наличии. Если вы любите оттенки классические, универсальные, это серый цвет, розовый цвет брусника и бирюзовый на Оле. Сразу хочу заметить, вискоза, за ней легко ухаживать, домашних условиях. 30 градусов температура воды при стирке. И как мы с Олей любим, и вы все, платье не нужно гладить. Ура! Ты знаешь, летом это особенно очень важно, потому что когда мы присаживаемся летом, когда особенно жарко, платье еще быстрее мнется. Соответственно, вид у нас становится такой неопрятный. Я тебе больше скажу, многие полиэфирные ткани даже оставляют пятна именно пота, когда женщина потеет на работе или на улице. В этом платье вы защищены, красивы, прекрасны и уверены. Ну и главное сегодня вы экономите 700 рублей, будьте прекрасными этим летом без глобальных затрат.